Сьогодні таке було яскраве побєдобєсія в Москві. Навіть ефір каналу Апострофа зламали, і глядачі кілька хвилин вранці, десь там після 10-ї, мали змогу бачити. Ну, вони намагалися цей парад транслювати, хакери, ті уривки, які вони принаймні встигали, перш ніж взагалі все це прибрали, демонструвати нашим глядачам. Я на що звернула увагу? Я потрапила лише от те, що вони зробили, на стоп-кадр, і там була от плєш-плєшивова, ну просто інакше не скажеш. Я подумала, ну добре, ви ж намагаєтесь якусь свою інформацію, там, воювати на інформаційному фронті, там, ну, показати там велич, зброю, не знаю. І показали його збоку, навіть з естетичної точки зору. Це ж треба приховувати. Якась сморщена, якась шмаркля, оця сапля, це ж просто навіть некрасиво. Це треба платити гроші, щоб це приховувати. А ви в Україні ламаєте ефіри каналам, щоб це ще показати. І вам за це якось гроші платять. Ну просто я від цього сюру, і для мене це таки був нонсенс і незрозумілість, досі не можу відійти. Ну як в кривих дзеркалах, знаєте. Ви ж бачили уривки, все, що там відбувалося? Почнемо з гостей. Я видел, что что-то там такое попыталась, какая-то хакерская атака быть. Но, честно говоря, я особого смысла это не вижу, это сугубо такой ритуальный, не совершили акт. Я не про хакерські атаки, я про те, що там відбувалося. Кого запросили, ну, наприклад? Це ж присвячено, вони присвятили це не Другій світовій, а в періоду Друга, як там, Отечественна. Запросили ЛАОС, ну це ж були союзники. Да, я понял. На самом 9 мая событие на... А кто еще-то приедет? Больше никто. Приехали только те, кто главы государств согласились приехать. А кто еще может приехать, в принципе? То есть для них сейчас в нынешних условиях и это значимое представительство, потому что рассчитывать на то, что какие-то существенные представители будут от значимых стран, ну, не приходится совсем. Слушайте, даже Пекин, Си Цзиньпин, а я знаю, так сказать, не секрет, что они его приглашали, они хотели, чтобы он проехал через 9 мая, через Красную площадь празднования. И те-то Си Цзиньпин избежал этой участи, как говорится. Ну, те, кто зависит, страны бывшего СССР, да, представители, понятно, президенты приехали, но Лукашенко не считается. Лаос – это не уровень. Поэтому, ну, собственно говоря, следовало ожидать. Россия продолжает находиться в дипломатической изоляции, пытается из нее выйти, предпринимает невиданные усилия, чтобы это сделать. Но это не тот уровень, когда их успехи относительные, то, что все-таки Путин выезжает в Саудовскую Аравию, в Эмиратах он был, в Китае, само собой. Это не одно и то же, чтобы в Москву на празднество, а мы понимаем, что это не просто на 9 мая приехать, это... приехать фактически на инаугурацию Путина, поскольку буквально 7-го, за день до того, через день, до того его инаугурировали в качестве президента Российской Федерации. Значит, приезд на 9 мая – это как бы продолжение признания Путина легальным, легитимным, законно избранным президентом Российской Федерации. Ну, кто на это пойдет? Тем более, это публично все. Ну, на площади надо с ним рядом сидеть, стоять и так далее. Марка, ми з вами неодноразово говорили, як намагаються змінювати думку, ну ви в політиці там давно, за 20, за 30 років взагалі думку, ставлення, взагалі стан громадської думки в Росії. Деякі сьогодні помітили, коли його слухали, що відбувається він вуха от Другої світової, намагається прив'язати до зараз війни, ну він називає це СВО, або навпаки, до такої сакралізації цієї війни, тому що він порівнює тих ветеранів з цими, ну це одні ті самі. Ну, в його словах це прямо було. Ці вбивці, гвалтівники, це ось, ви ж тих поважаєте, ці такі ж самі. І намагається закарбувати це в пам'яті. От на вашу думку, це вдала тактика? Ну, це вдасться? Ну, во-первых, это идеологическая задача стоит. Такой сакрализации СВО. Потому что то, что эта война несправедливая, в отличие от... Хотя там тоже много сейчас чего можно потратить времени, разговаривать со Второй мировой, но все-таки там они могут говорить о том, что напали на Советский Союз, хотя мы понимаем, что это союзник Советской России напал на него, гитлеровская Германия, и вместе они делили страны Балтии, Польшу и так далее. Все это мы понимаем, но там хотя бы, понимаете как, закончилось все победой коалиции. антигитлеровской, СССР был ее составной частью. Ну, вынужден, не вынужден, сейчас что уже говорить. А в данном случае как оправдать, собственно, факт нападения на Украину? Такую же жертву, кстати, в ходе Второй мировой войны, оккупированную гитлеровской Германией, и население преизрядное, не только еврейское, кстати, в Украине погибло. Ну, конечно, нужно сакрализировать. Они же как бы подают это под предлогом продолжения борьбы с нацизмом. Не случайно денацификация вот этой, ну, нарезаем, демилитаризация всем остальным является одним из пропагандистских тезисов, обосновывающих так называемую специальную военную операцию. Поэтому, да, Путин эксплуатирует эту тему. Мы видим, кто является этими ветеранами, кто эти герои. Это заключенные, в частности. Конечно, не только они, но они-то самые яркие. Вот он возвращается из СВО, и тут вот я прочитал, сегодня мальчика изнасиловали, там один был там какой-то, значит, продолжает вот Малышев, что ли, который сердце съел, второй, значит, каннибалист. Почему еще ведь вот зэков не допускают? Чтобы этого шлейфа не было, понимаете? Не берут на войну в качестве военнослужащих, не рекрутируют из тюрем в любой армии, потому что, как сказать, репутация не менее важная вещь, и она политически играет роль значимую в оценке сторон участников войны. Как их не отбеляй, героями не называй, люди, которые, а это десятки тысяч, это не один человек, не два, это не какие-то штрафбаты, которые пошли на эту войну, на шестимесячный контракт прямо из тюрем, потом получили фактически отмену отбывания срока наказания, оставшиеся, да, путем амнии, путем помилования. Конечно, эти люди и будут, я еще раз подчеркиваю, для обывателя, для российского олицетворением этого СВО. Потому что, условно говоря, ветеран, который потерял ногу, был мобилизован какой-нибудь очкарик, но он же как бы не лезет в лавку, ну, в массовом порядке, отбирать водку или там насиловать женщин. А эти с деликвентным поведением идут в это. Сам Путин в свое время, в конце 22 года, встречался с Z-пропагандистами и говорил, похваляя, что у нас процент рецидива очень низкий. Людей, которых берут по контракту из тюрем. Ну, в тот момент еще ЧВК Вагнера было. Это, по-моему, был ноябрь или декабрь 22 года. Потом Пригожин на этом, так сказать, проехал немного, значит, это еще был ЧВК «Вагнер». Он как раз тогда сказал, что мы будем контракт с Минобороны со всеми заключать. Но прошло-то некоторое время, уже год-полтора с того момента, и уже известно абсолютно точно, что рецидив очень высок. Среди людей, которые принимают участие в СВО, ну, по контракту с Минобороны, освобожденные из мест лишения свободы, они совершают преступления по возвращению в массовом порядке. То есть, этот процент очень велик. И поэтому, конечно, для Путина важно приравнять ветеранов той войны. Их уже нет. А где они, эти ветераны? Ты же их не потрогаешь, не проверишь, не спросишь, где вы все. Их нет. Их просто не существует. Они все умерли. А эти как бы являются некой заменой. То есть, продолжение, пролонгации праздника 9 мая теперь будет чествованием ветеранов СВО. Ну, логика такая. Потому что, а если нет ветеранов, кого чествовать? Понимаете? Кого чествовать? Значит, нужно все равно какой-то зримый объект, который является олицетворением этой победы, победы еще 45-го года, а теперь еще и ожидаемой надежды на победу в СВО и так далее, вот они будут ее олицетворять, конечно. Ну, за його логікою, він робить все правильно, тому що, ну, якась порожнеча не може існувати, людям треба щось пропонувати, в ідеологічному сенсі, ну, так само. Тоді на пам'яті викарбована була велика перемога, і сюди якось так прив'язувати дуже вдало взагалі цих героїв, на когось може спрацювати. До речі, один з героїв, підполковник, якого підозрювали до розстрілу цивільних у Бучі, я підкреслюю, цивільних, і нібито він віддавав наказ розстрілювати всіх, кого є телефон. За простою логікою, є телефон, це все можна потім карбувати, як доказ. Ну, міліції журналістам надсилати. Він був не просто учасником параду в Хабаровську, він очолив танкову колону. Це екс-командир Оморбеков. До речі, його ідентифікували не просто журналісти, його навіть підтвердили потім Daily Mail, волонтери, і на нього наклали персональні санкції. Це не просто це хтось підозрюваний, тобто там мають бути якісь неспростовні докази, якщо б на тебе міжнародні персональні санкції мають бути накладені. Це герої, вони очолюють колони, танкові колони, вони беруть участь у парадах. Це все наші, от за їхніми словами. До речі, от той канібал і гвалтівник, якого ви згадали, вони ж в реальному житті знайшли один одного, цей Біба і Боба, у них є спільні фото насправді. Отак за інтересами вони притягуються в реальному житті потім. Ну і продовжуються. Вот интересно, вот они там, да, где-то вот они в госпитале жили, где-то этот Малышев и этот вот, который девушек расчленял. А вот мне интересно, а они о чем разговаривают? О патриотизме, о борьбе с украинизацией или что они? Конечно, обсуждают, кого распилим, кого зажуем, понимаете? А что еще могут зэки обсуждать и люди вот с такими наклонностями? Они что обсуждают? Значит, русский мир, что ли? Что обсуждают, кого разорезать, кого съесть, а как по-другому? И почему по-другому? Они что, исправились тем, что их отправили на СВО? Они что, просто одномоментно исправились и перестали желать, значит, кого-то сожрать или там расчленить, что ли? Ну что, вы что, серьезно, что ли? Это я проходил как юрист. Ну, там предмет был такой по психологии. Мы изучали как раз делинквентное поведение, склонность к преступлению определенной категории, особенно таких тяжких, особо тяжких преступлений, связанных с преступлением против личности. Ну, эти люди неисправимы, понимаете? Вони не ісправні. Я навіть трошки розширити це питання хотіла. Ми ще 22-23, коли робили ефіри, я вас запитувала, ця така велика медійна ваша присутність. Ви в тому числі сказали, що хочете повпливати на думку адекватних росіян, які там залишилися, щоб переконати їх. Я не знаю, наскільки це вдалося. І якщо на цих деліквентних ти взагалі ставиш хрест одразу, з зрозумілих причин, то от інші з'являються. От нове відео, я просто зараз згадала, коли живим, але понівеченим, там щось ногу, руку відрізали, трошки по голові дали, повернули сина матері на Росії, і вона каже, ну так це ж хорошо, він так денежок заработав, вона сидить, жодного співчуття, і ти думаєш, а як на неї впливати? От все це, що працювали, говорили, говорите, ви в тому числі, це от на таких людей якось спрацьовує взагалі? Ну, я должен честно сказать, поскольку война все длится и длится, а народ безропотно идет убивать украинцев, наверное, такие, как я, и я не повлияли на их сознание. Я думаю, это будет правильно констатировать, что наших сил оказалось либо недостаточно, либо, скажем так, мы не были убедительны для этой аудитории, потому что мы убедительны для других, для нормальных людей, которые понимают и без того, им не надо даже объяснять о том, что война – это ужас, что Путин людоед, и что военные преступления русский народ никак не красит. Это очевидно. Ну, я заслужил там этикетки, значит, врага народа, значит, мезопатриота, то есть я не за Россию. Мне начихать на это, на все определения, потому что истина, как я много раз говорил, выше Родины. Истина выше Родины. Если твое отечество совершает преступление, убивает людей просто так, а я никак это по-иначе трактовать не могу, то ты должен быть на стороне истины, а не оправдания вечного и всего, что делает твоя страна, в которой уж тебе довелось родиться. Другое дело, что, понимаете, какая вещь? Раз вот они так материально мотивированы, раз для них деньги первичны, и что вот их, значит, сын, там, родственник, кто угодно, оставшись там калекой и так далее, но привносит в семью деньги, а социально приниженное состояние, в котором находится русское общество, очевидное. То есть для них жизнь собственных близких – это эквивалент какого-то материального благоденствия. Это безумие совершенно. Это православный-то народ, про который такой воцерковленный рассказывает нам на Пасху и в другие дни, что он так вот верит в силу, значит, божественного откровения, значит, и свидетельствует пред лицом Господним о православии своем, о христианстве и приверженности. Вот так рассуждает. То есть материально победила духовное, ну, потому что как можно разменять в ценностном выражении, если ты человек религиозный, если ты веришь в Бога, значит, на деньги собственного чада, которое, значит, произвел на свет, и вдруг, как здорово, значит, он там остался калекой или погиб, а у нас деньги будут. А куда ты эти деньги-то? В рай, что ли, понесешь? Так тебя туда с этим кошельком не пустят. Останешься в районе, вот, где на сковородках жарят, где шансов выжить, как у снежинки. Да? В аду снежинки не выживают. Поэтому странная логика, особенно в контексте, как мы видели, что, оказывается, власть у нас сакральная от Бога, потому что молебен провели в связи с воцарением Путина, да еще и сам патриарх там его, значит, чуть ли не Бога помазал. Удивительное дело. И вот люди вот так рассуждают, что деньги важнее. То есть можно убивать, можно умирать, но деньги важнее. О чем это свидетельствует? О большом повреждении в уме целой нации. Большом повреждении. Ну, конечно, это не все. Ну, естественно, не все. Вот начинают говорить, вы обобщаете. Ну, понятно, не все. Но кто-то же воюет, эти сотни тысяч людей, находящихся на фронте, и они это делают, а их родственники сотни тысяч, такие же в России, согласны с этим, и только горсточка каких-то жен там возмущается, а что наших не ротируют? Ну, а остальные что? А другие, которые на это смотрят, они что? Ну, просто это действительно большая беда. Это сейчас самое время подвести этому итогу. Смотрите, как сплющилась и Пасха, потом, значит, инаугурация этого людоеда и одновременно, значит, 9 мая. Ведь вот они как-то вот компонуются, вот эти особые даты, понимаете? Вот тебе религиозная, идеологическая, читай, связанное с пасхальным. Вот тебе мирское на уровне, значит, кесаря. Вот вам, пожалуйста, Путин, который, значит, бессменный 25 лет. И вот вам еще и суррогат религиозности в виде победобесия, которое, ну, вы извините, потеряло всякое значение и смысл. 8 мая никто ничего особенно не празднует. Это поминальный день, еще какой-то. В России это превращается в такое, знаете, языческое священнодействие. Именно языческое, потому что Бога в этом во всем нет. Попытка, знаете, они там мертвых воскрешают, у нас, говорит, и мертвые будут за Путина голосовать, еще что-нибудь. Вот такое дичь подают, что, ну, очевидно, что эти люди не отдают себе отчета, где хорошо, где плохо. И поэтому логично, что они деньги предпочитают собственным жизням собственных близких. Я вот это так объясняю. Я тільки зараз подумала, що це реально якийсь диявольський компот. З от три дати ви назвали, я навіть не замислювалася, як вони щільно йдуть одна за одною насправді. І про скрепи. Нещодавно нові фото чи то відео злили з палацу Путіна, і там якось скромна капличка стоїть, ви бачили? Да. Аквадискотека, зажигань і капличка. Можна помолитися. Обязательно. Там крестик и трусы, для них выбор так не стоит. Они могут все. Поэтому с этой точки зрения... Ну, понятно, там кич какой-то, такой дикий кич. Это уровень, знаете, там, я не знаю, колхозной подворотни. Все это, вся эта эстетика. Но в ней есть глубокий смысл. За этим вот примитивизмом, с одной стороны, за вычурностью этот примитивизм очевиден. Ну, соединим и не соединим. Значит, одна комната для пилоны, да, это крутится, значит, в аквадискотеке, а с другой стороны у него там иконки какие-то, еще что-то. Ну, это все такое, как бы сказать, для безбожника-неофита, я бы так сказал. Путин же в Бога не верит, это же очевидно. Вот. Но ритуал соблюдает. Как Кирилл, обращаясь к нему, патриарх сказал, что, говорит, вот у нас православный руководитель, который сам в церкви молится, сам в церковь ходит. Но, видимо, этого недостаточно. Совсем недостаточно для того, чтобы быть человеком по-настоящему верующим. По-моему, при всей греховности человеческой нужно соблюдать высшие догматы. Да? Обязание к соблюдению веры выражается не в ритуалистике. Понимаете, это вечная проблема русского православия в том, что внешнее важнее содержимого. Знаете, как Достоевский говорил, важнее того, что мы христиане, что мы православные. Вот так вот. То есть, вот это национальное по сравнению со вселенским, всемирским, оно всегда побеждало. Православие всегда должно было бы обосновывать исключительность, особость именно его русской вариации христианства. Понимаете? Вот носителем народа-богоносца это важнее. А греховное оно это ношение духовное, или же оно не такое, чтобы греховное, роли не играет. И поэтому для Путина, конечно, важнее иконку поставить, нежели прекратить убивать по 500 000 человек за пару лет. Понимаете? Как это на весах взвешивается? У этой войны нет никакого ни смысла, ни значения. Она нужна, чтобы только перемалывать людей из живых организмов, неживые. Вот больше никакой цели вообще нет. Совершенно, потому что... Да, они могут обосновывать это какими-то высокими идеями империализма, реваншизма там, и так далее. И для них это может являться убедительным, они себя самоубеждают в этом. Но откровение не в этом, истина же не в этом. Мы же понимаем, что войны-то просто могло и не быть. А кто несет грех за эту войну-то? Дружочек, ты и несешь, ты-то в аду, и все твои до 7-го колена и будут нести. А как? Если ты в Бога веришь, значит так. А он в Бога не верит, он считает, да ничего там нет, темнота и все. Поэтому соединение этого всего, оно нужно в утилитарных целях. Так же, как в его этой избушке в Краснодарском крае, в Геленджике. А это нужно для того, чтобы оболванивать дальше народ. Понимаете? И больше ничего. Народу продают это как высокую миссию, в том числе и православную, такую миссию. Значит, христианство византийское туда дальше не дать западным этим всем геям совратить, как говорится, украинскую нацию. Да, геям и лесбиянкам захватить Пресвятую Русь. Да. Точно. Я тут... Ще думка була після того, як побачила цей стоп-кадр, коли в ефір це все засунули. От про масштаб цього зла і горя, крові, смертей, це ж тисячі поламаних взагалі доль сімей. Як це може поміститися навіть фізично? Це зрозуміло, що це так не робиться, це так, такі порівняння не проводиться. Ну, маленький, плюгавенький плеш, от така от, маленький. А горя на півпланети. І ти думаєш, взагалі, як це, як співміряється, співіснує, як взагалі це спрацювало в дикій точці історії, що ми побачили це на власні очі і переживаємо цей момент. А війну має, з огляду на те, як, от ви говорите, все назовні проводиться, і парад, і зустрічі має проводитися там назовні, з цього щось, ну, театрально може там считати. Там 2-3 тижні тому ми з вами говорили, коли розпочинався тоді з Івановим цей процес, до речі, він має продовження. Шойгу казали, це взагалі торкатися не буде, ну, тому що там є свої правила, своїх не здають, публічно при тому це робитися не буде. Але продовжують ходити чіткі розмови, що під Шойгу там щось хитається. Чистки робити можуть, якщо не Шойгу, то його оточення далі. Вы понимаете как? Мое рассуждение, оно выглядит следующим образом. А вот он мог бы Шойгу снять и без вот этих дел в отношении Иванова, хотя Иванова они все равно бы, они рано или поздно посадили бы, наверное, так же, как и Криворучка, там есть у него еще один зам, возможно, Цаликов, ну, Цаликов первый заместитель министра обороны, естественно, они все гражданские, пиджаки так называемые, они не военные. А что, он Шойгу не мог снять просто так? Я вот слышу голоса экспертов, говорят, нет, ну что, нужно артподготовку такую провести в виде обвинений в коррупции, а что, они никто не знает, что все разворовано, и что они сами не являются частью этой коррупционной цепочки, что ли? Весь Кремль, там, Путин, не знаю, ну, в широком смысле. Да, конечно, знают, да, конечно, это не новость. И, конечно, это разрешено этим всем Тимуром Ивановым было воровать, относить там Шойгу и всем остальным. Это решенный был вопрос, в этом не было никакого иного значения и смысла, кроме как системной коррупции, которая на всех, правила на всех. Почему это делается? Да, но это делается сейчас, чтобы внутривидовым образом поменять одних, сидящих на потоках, а бюджеты выросли неимоверно, да, в связи с СВО, на других, на своих, ну, скорее всего, КГБшных. С другой стороны, вот понимаете, а что снимать-то Шойгу-то? Он в армии не популярен, в армии его ненавидят, он гражданский, он не военный. Так? А ни в каком заговоре он участвовать не может и возглавить этот заговор не может, потому что никто за ним не пойдет. Он даже не Пригожин, хотя казалось бы, да? Угу. Чем он заслужил бы такое уважение для того, чтобы его поддержать против чего-то и за кого-то? Нет. Поэтому он сидит и сидит. Вопросы военные решаются в Генштабе, они не решаются в Минобороны. Минобороны лишь обеспечивает СВО. Ну, в принципе, это функционал любой нормального Министерства обороны. Оно отвечает не за войну как таковую, да, не за ход боевых действий, за план и так далее. Этим Генштаб занимается. Рода войск, а все-таки за все остальное. Поэтому, ну да, но можно поменять Шойгу. Ну, посадишь ты другого. Что что-то другое будет, коррупции будет меньше или что, лучше дела будут идти? Что-то я не уверен. А Шойгу всегда лежит про запас, всегда на него можно повесить все, что угодно. Пришел ли момент на него вешать все, что было? Так он же был в опале в начале войны, в 22 году, в феврале, когда за 3 дня Киев не взяли. Он попадал в опалу в связи с Харьковской операцией, успешной в сентябре 2022 года. А что тогда не сняли? Ну, хорошо, ладно, в моменте их не снимали. Тем более Пригожин требовал их снятия, его и Герасимова, и где тот сам Пригожин. Аппаратную эту войну они выиграли против Пригожина? Ну, в известном смысле. Не тогда, когда Пригожина уже убили 23 августа. И даже не тогда, Пригожин, когда решился на военный мятеж 23-24 июня. А тогда, когда в марте приказом было запрещено набирать зэков, всех остальных по контракту без фиксации этого контракта в Министерстве обороны Российской Федерации. То есть Шойгу как раз этим занимался, он перехватил это право у ЧВК «Вагнер». Вот и все. И бюджеты перенаправил правильным образом от ЧВК «Вагнера». Вы же помните, в последний момент их уже сильно обрезали. Угу. Наверное, снять могут. Наверное, сейчас снять могут. Но с точки зрения аппаратной, бюрократической, это ничего не решает. Потому что вы правы, что его сажать не будут, потому что это даст худой сигнал окружению. А как так? Мы все воруем, а почему кого-то должны сказать? Ну, исполнители, пожалуйста. Ну, а Шойгу, ну, на пенсию можно отправить. А зачем? А зачем? Он что, не лоялен, не предан Путину? Понимаете? Но мы не видим ни одного из признаков того, что Шойгу может какую-то фронту какую-то вызвать в отношении Путина со своей стороны. Ну, не видим мы этого вообще. Поэтому я думаю, что его ослабляют максимально. И рано или поздно, конечно, его снимут. Рано или поздно его снимут. Но вот сейчас, когда готовится наступление в конце весны, летом, снимать его сейчас, по-моему, логики мало, честно говоря. Может Путин на это пойти. И даже под давлением какого-то окружения, которое его убедят от Шойгу избавиться, как никчемного управленца. Может быть. Но, честно говоря, кого ставить? Скамейка запасных и надежных на тех, на кого Путин может полагаться, не так велика, на самом деле. Ну, на таких ключевых поставках, я имею в виду. Вот о чем речь. А там претенденты – это кто? Ну, говорят про Дюмина. Дюмина называют. Он близко бывший охранник Путина. Он уже работал за министра обороны. Сейчас губернатор Тульской области. Он как раз создал ЧВК «Вагнер». Ну, как-то, понимаете, ставить сейчас Дюмина. Что он там, 7,5 во лбу, он что, улучшит ситуацию как-то? Что, с коррупцией справится? Да, это смешно. Он главный коррупционер. Поэтому, ну, честно говоря, вот убедительных доводов в пользу того, чтобы сейчас заменить шило на мыло, можна, но сенсу в цьому немає. І взагалі це на фронт не впливає. До речі, про цивільних, які не служили, але мають стільки нагород, ми б це не знали. Я думаю, що це не поодинокий випадок, насправді. На суді з Івановим він чи адвокати принесли пакет з пакетами або пакети з нагородами. От зараз ми бачимо цю кількість. За мужність, за отвагу, за 5-10. Це людина, я підкреслюю, яка не служила. Можна там стіну, я не знаю яку там, кімнату і всі 4 стіни обвішать. Я так підозрюю, що це якесь хобі у них всіх. Вони колекціонують через одно, так? Себя любимого. Ну, так сами себе выписывают, сами себе дают, сидят в Минобороны. Минобороны этим как раз занимается. Представление, готовят указы, награды. Это все их сфера. Поэтому ну, что, они себе выписывают. Конечно, не служил. И, конечно, он обычный жулик. Он же какой из Иванова? Он гламурный жулик. Взял себе эту богемную тетку, эту Маневович, которая гражданка Израиля. Там одна из его жен, там, я же не знаю, какая по счету. Ну ничего, и она там в Инстаграме выставляла его, то он в перьях, то он, значит, в Роллс-Ройсах, то он где-то в Крушавеле и так далее. Ну, понятно, какой образ жизни товарищ вел. Наверное, за это его и награждали. Вот коробки с медалями, орденами и так далее. Ні, ну ви не в цьому, не з ним особисто. Взагалі ви в цьому працювали, варилися, жили. А для чого взагалі це? Я ж кажу, що це, підозрюю, не один він такий. Это похизуватися іншим? Пацаны, смотрите, а? Сколько у меня. Да, я думаю, что это больше фан такой, прикол. Я вот всегда говорил, что нельзя недооценивать степени глума над населением вот всех этих сановников. Почему? Потому что, ну, как бы... А я как Брежнев, вот увешу иконостас, ха-ха-ха-ха-ха. А у тебя такая есть? Нет, ну, надо денег занести, чтобы там... подмаслить, чтобы подписи собрать под листом награждения, и вот, типа, чтобы рекомендаций было побольше. Я думаю, что, вы же понимаете, ну, стоят эти коробки, что они что, помешают этому меру пресечения и обвинительный приговор вынести? Что, серьезно, что ли? Правда? Ну, это смешно просто, это ничего не работает, никого это не держит. Там же те, кто затевали против нее дело, сначала оперативное, а теперь дело уголовное вследствие, так что, они не понимают, как он себе эти ордена выписывал? Прекрасно они это понимают. Прекрасно понимает ФСБ. Поэтому, да нет, это ни на кого не произведет впечатление. Они, мне кажется, пытаются, может, таким образом достучаться до Путина, показать, что это надежный, лояльный человек. Почему? Принеся все эти орденские коробочки. Дело в том, что, помните, первая информация была, что чуть ли не в госизмене обвиняют Тимура Иванова. Я сразу говорил, что это смешно, потому что, ну, слушайте, ну, на ровном месте зачем вы думать про него и без того? Вот он жулик, вор, он все разворовал. Ну, это все знают, да? Ну, а куда? Какая госизмена? А вот у него жена бывшая израильтянка. Да, ну, слушайте, ей тоже до Израиля так глубоко начихать. Она по первому мужу получила это израильское гражданство, и она там Израиль в гробу видела, это Маневович. Понимаете? Зачем он ей сдался, этот Израиль? Поэтому это... Я думаю, что они, в принципе, показать. Нет, он герой, он там, не знаю, кто он там, патриот и так далее. Смотрите, сколько ему наград было, всяких орденов, медалей. Вот все, логика такая. Ну, інші патріоти, їм це не сподобалося. Ну, принаймні, зетніки і ватніки, вони так обурилися. Ну, це знецінення, насправді. Якщо ви там мішками їх видаєте. Мішками. Да, звісно. Ну... А ценность наград давно уже нулевая в России, понимаете? Награды дают за бабки, коррупционно дают. И это обнуляет реальные награды. Ну, кто-то, я сейчас без оценок, но кто-то, наверное, геройские поступки там проявляет себя, там еще что-то, мужество какое-то. Ну, не только ВСВО, так называемое, но и там в реальной жизни что-то делает геройское, да, за что стоит отметить. Да, кого-то спасает, кому-то помогает. Но все настолько это превратилось в кал, вот в такое, знаете, неуважаемое отметку от имени государства, что, честно говоря, к этим наградам отношение абсолютно пренебрежительное. Поэтому, ну как, конечно, если у вас все вокруг герои России ходят, ну, которые просто себе понавыписали в угоду там своих там связей, положений и так далее. Конечно, это демпингует всех остальных, вот и все. Угу. Марк Захарович, ми починали ефір з того, що парад можуть використовувати як цю спробу ізоляцію прорвати. Є натомість і позиція Заходу, мені здається, от зараз я конкретний приклад Великої Британії згадаю, вона, мені здається, змінюється. Навіть Сі зі своїм таким активним турне, ну раніше це не робив, не спілкувався. Я думаю, тема України там в його розмовах була присутня, ну, принаймні Макрон про це прямо сказав. Велика Британія, ну, прямо вчора, вони оголосили висилку російського військового аташе, вони сказали, що це просто агент. Давайте так відверто. І, ну, і все. Але перед цим вийшов Медведєв, не вийшов, написав, що ми там знищимо знову Лондон, зітремо з землі. І взагалі інші європейські міста, нам це нічого не стоїть, ми тут кнопочку нажали, вас там уже нету, пока. Увідімося на небесах. І я так розумію, що мотив був, або очікування, що всі такі, ну, знову ядерка, якось давайте ми тихіше будемо себе вести. А ці виходять, кажуть, так, этого пока, і потім посилюємо, жорсткіше робимо візи російським дипломатам. Причому всім. Це загострення. От як ви оцінюєте зміну взагалі колективного Заходу, в тому числі Великої Британії, до Росії? И зараз роль Китая, он как-то активизировался, я имею в виду Си. Ну, что касается обострения, оно связано, вы слышали о том, что вызывали накануне буквально инаугурации Путина британского посла, как и французского, и комментировали заявление министра иностранных дел Кэмерона от консервативной партии, он сейчас это бывший премьер-министр, значимое лицо, он, впрочем, в 2012 году был премьер-министром Великобритании, я очень хорошо помню этот период, потому что была Олимпиада в Лондоне, и Путин к этому Кэмерону ездил на Лондонскую Олимпиаду, представляете, еще 12 лет назад такое было возможно, и тот просил Кэмерон за моих подзащитных участниц Пусси Райот, чтобы Путин их отпустил. Поэтому я как бы, да, был такое. Но смотрите, Кэмерон заявил о том, что да, оружие, передаваемое со стороны Великобритании, может использоваться Украиной по ее усмотрению, в том числе и ударом по российской территории. Она сама определяет цели и так далее. Москва вызвала посла, и вот специально надо отметить, что они там говорили о том, что это вызовет удары по целям Британии, там, то ли находящихся контингента, обслуживающего Stone Shadow ракет на территории Украины, но и за ее пределами. Это где за ее пределами? Куда они собираются бить? По Лондону? Так вот, в продолжении этого Медведев, дурак, значит, говоря о том, что ударит по Лондону, нет. Так Британия ядерная держава. У нее свои такие же зарядики есть, как и у Франции. Вы ударите, не говоря уже о том, что это член НАТО, да? Так и по вам ударит, и Москвы не станет. Хотите так, но получите так. Ну, вот, ну как бы это же логика, правильно? Растрачивать такую риторику эскалирующую, она чревата вот этим. Что касается Си Цзиньпина. Ну, смотрите, Си Цзиньпин и Китай в целом, надо сказать, тоже совершает некий дрейф. Вот. Он менее очевидный в том его смысле, что и раньше-то, даже номинально, будучи союзником, но не военным, что часто подчеркивалось Министерство иностранных дел Китая, России, Китай все-таки старался не нести ответственность никогда за то, что делает Москва, понимаете? А зачем это Китаю надо? Москва непредсказуема. Москва может поступить самым невероятным образом, действительно использовать ядерное оружие или еще что-то. И даже ядерная риторика, она во вред идет самому Китаю, потому что это вызывает ответную реакцию, начинаются разговоры, а почему бы Японии, Тайваню, Южной Корее не обзавестись ядерное оружие, там, Австралии, в рамках Хаукаса там базы наставить и так далее. То есть это очень большая проблема для Китая, учитывая, что он стремится интегрировать Тайвань внутриконтинентального Китая. Это большая стратегическая задача. С другой стороны, после визита Блинкена в Пекин, вы же видели, что прозвучал публичный призыв соблюдать санкции и не давать России возможности, используя китайские финансовые институты, закупать продукцию двойного назначения, военную, которая используется в войне, в специальной военной операции, так называемой. И надо сказать, что какая-то работа по этому поводу проведена. То есть некоторые компании, которые занимались серым импортом и так далее, и, возможно, там, электроника, там еще что-то, российские компании им транзакции заблокировали. И компаниям счета закрывают китайских банков, де-факто выполняя тем самым какие-то санкции в отношении Москвы, ее компаний и всего остального. И я думаю, что предмет переговоров с Си Цзиньпином со стороны Европы, потому что Европа заинтересована в прекращении войны, именно такая. Такая заинтересованность. Путин собирается ехать в Пекин, и вот там мы увидим, может, не сразу, может, мы косвенно поймем, какие будут предъявлены претензии со стороны Пекина в Москве. То ли это будет ультиматум по срокам окончания войны, то ли это будет ультиматум по вот этому ядерному шантажу. И мы увидим по последствиям, как себя поведет Москва после этого визита, как будут обсуждаться эти проблемы публично. Будет ли Медведев продолжать сквертить по поводу того, что, значит, мы тут одной кнопкой, одним ударом, раз, и типа нету Лондона. Посмотрим, как это все будет происходить. Але не дослухатися Путін не може, тому що вперше сьогодні, я попередні промови насправді, чесно кажу, не слухала, але кажу, що сьогодні він вперше згадав і відзначив вклад Китаю в Другій світовій війні. Це давайте ми поаплодуємо, допомагали, дуже великий внесок, раніше такого не було. Тут цьом-цьом, тут якось треба прогнутися. І так, і візит теж. Перший візит після інаугурації, хоча скільки вже тих інаугурацій у Путіна було, це буде до Китаю. Це теж знаково, мабуть. Чи просто більше ніде не приймають? Простейший вид. Нет, и нигде не принимает, но и Китай как бы остается для Москвы главным партнером. Потому что отношения сателлитные, они признают, они принимают их. Потому что если разорвать еще и отношения с Китаем или повести себя как-то некрасиво с Китаем, то ты лишишься и последнего канала выхода на международные глобальные рынки, экономические, другие. Москва в зависимом положении от Китая. Другое дело, что хочет Китай. Китай хочет в конечном итоге ослабления Москвы, ослабления России и медленного абсорбирования ее территории, ресурсов, всего остального. Это займет десятилетия. Это не будет за один день. Я не очень верю в военную экспансию со стороны Китая. А что он хочет от Европы? Он хочет, чтобы Европа, как минимум, вошла в некий конкордат с Пекином по экономическим и другим вопросам. Почему? Потому что, как выходит, у Европы и у Пекина есть общий враг. Если победу в ноябре одержит Трамп на выборах, а настроен он предельно антикитайски, то удар, и, соответственно, он по поводу Европы тоже иллюзий не питает, он говорит, что защищать не будет, и так далее. То действительно коалиция Европы с Китаем, она получает, некое обоснование такого рода. А что хочет Европа? Европа хочет прекратить войну, которую ведет Москва. И все зависит только от Москвы. То есть, если удастся этим рычагом добиться от Москвы прекращения войны, в том или ином виде, в уровне переговоров, в виде переговоров или еще что-то, то это будет большая заслуга, которая Китаю будет оплачена. И Китай, видя этой оплаты, хотел бы получить Тайвань за прекращение войны, но это вряд ли у него удастся, потому что там многоугольник, там еще и США должны решать, сам Тайвань, там много игроков, которые, знаете, при такой абсорбации, при такой интеграции Тайвань, тут соблазны возникнут у Северной Кореи что-то порешать в отношении Южной, много чего. Поэтому на самом деле непростой вопрос, но во всяком случае Китаю устроит и промежуточные какие-то дивиденды в виде повышения уровня экономики, отношений с западными странами, технологиями, европейскими, я имею в виду, потому что в Америке дела идут не очень хорошо. Америка щемит китайский бизнес, особенно китайские интересы в области исследований разного рода, технологических, научных, технических и так далее, и так далее. Поэтому, да, это первичный экономический интерес. У Китаю найдальша позиція. Він каже, так, я щось порішаю на певному етапі, відсотків, але від Росії м'яка експансія, не десятиліття, а Китаю нема куди поспішати. У нього горизонт планування і століття може вимірюватися. І ще й ринок європейський, тому що він багатий, тому що там платоспроможні взагалі покупці, Ну і ще подивитися треба на Штати. До речі, про Штати. Вчора Байден вперше офіційно, там були чутки минулого тижня, що вони там щось загальмували поставку Ізраїлю. Вчора він сказав, що якщо в Рафіях будуть входити Ізраїль, зачищати, ми їм високоточну цю зброю надавати не будемо. Він підкреслив, що для оборони або для залізного щита ми ще будемо, а тут ні. Наскільки, на вашу думку, вірогідна зміна, разом з цим поширюється, що влітку, мовляв, він відмовиться, представлять Мішель Обаму, тому він може собі дозволити нести все, що він забажає. Ну, тому що треба враховувати, що ізраїльське лобі, інші люди будуть сприяти тому, що він буде не обраний восени. Ну, что касается возможных итогов съезда Демократической партии, могут ли Байдена заменить на Мишеля Обаму, ну, там называют и другие кандидатуры, я пока не очень вижу и верю в то, что такое произойдет, пока. Хотя Байден выглядит плохо, но это вопрос как бы к его не столько политическим, сколько физическим кондициям. Американская история президентства знавала всякое. Он давно Рузвельт сидел вообще в кресле каталки, но тем не менее. Вы понимаете, что касается Израиля, вот это вся але риторика... Але позиция, Марк Захарович, даруйте, але у Рузвельта ж була позиція, він її там дотримувався, но Байден... Тут нам забороняє на НПЗ зазіхати російські, а тим забороняє теж все. Рафах, да. Ну так и что? Ну, Украина, это произвело впечатление, что НПЗ не горят. Я вот выезжал сейчас, приехал, видел, что там очередной какой-то разбомбили, да? В Уфе или где-то в Башкирии. Боюсь ошибиться. Шесть беспилотников вранці прилетело. Вони, як традиційно сказали, що повреждений нет, але все палало. Ну что, ну так а что? Повреждений же нет, что тогда переживать? Зачем американцев просить, чтобы они давили на Киев, чтобы тот и не осуществлял ударов по НПЗ? А что касается Израиля, вы знаете, я все-таки склонен думать, что вот такая резкая изменение позиции, она вызвана демократов, прежде всего, исключительно попытками выиграть выборы, заручиться голосами антиизраильски настроенных демократов, которые есть, конечно. Да, это 5 миллионов мусульман проживает в Америке, ну, много чего. На самом деле, в кампусах мы видели, значит, молодежи, которые традиционно голосуют за демократическую партию. Мне кажется, что это ждут ноября. Если ноябрь проходит удачно, мы не знаем, да, и Байден остается в Белом доме, то вот это изменится. Ну, а с другой стороны, сам Израиль, по-моему, не собирается серьезно оглядываться. Операция в Афиасте идет. Поэтому, ну, ограничивают, но не дают сброю. Израиль пока в состоянии, используя собственное оружие и собственные ресурсы, осуществлять эту операцию. В конце концов, речь идет о секторе газа. Это маленький городок там. В конце концов, вы знаете, ну, тоже так рассуждают. Это же не Украина, где 1000-километровый фронт и так далее. Ну, справятся. Ну, просто ви влучно сказали «пока», але там же є Хізбалла в Рафіях і, наприклад, власними силами ОК. Хамас. Можна допустити. Ой, Хамас. Ні, Хізбалла і Іран дивляться. Якщо тут їм навіть забороняють цю частину, дивіться, на нас взагалі відкривати рота тоді, ну, як сигнал це. Ну, ви ж розумієте, що Близький Схід, навіть не Близький Схід, всі диктатури, вони сприймаються як слабкість. Певні заборони, певні домовленості, певні ці червоні лінії, викручують руки, подивіться. І Росії теж це поганий, мені здається, якийсь приклад. Ви розумієте, як? От із-за того, що не довели операцію до кінця, 7 октября, ну, начав її, как реакцию на действие, собственно, Хамас, который совершил террористическую атаку. Ведь произошли вот эта атака Ирана этим вызвана. Ведь Иран 7 октября, ожидая ответных действий Израиля и Соединенных Штатов, очень осторожно держался. А тут вдруг такая смелость появилась, нападение на, собственно говоря, Израиль, ракетная атака, дроновая атака и так далее. Почему это произошло? Потому что когда не доводится до конца что-то, это всегда вызывает больше жертв, опасений, рисков, продолжения войны и так далее со стороны новых, третьих лиц, участников, да, и это и мы наблюдаем. Не довели дело с Хамас, во всяком случае пока, там и заложники, говорят, мертвы уже и так далее, ну вот, осмелевший Иран решил осуществить такую атаку, ну явно несоразмерную, потому что удары якобы по какому-то дипломатическому объекту Ирана в Сирии, хотя он никакой не дипломатический, какой-то учебный центр, там, ну, понятно, они вывеску повесили, что это, говорит, наше иранское там представительство какое-то, да, но это же свидетельство того, что эта слабость Запада, она соблазняет противников, будь то Украина, ну, понятно, в войне там России и того же Ирана, действовать более широко, более дерзко. Никаких других здесь объяснений нет, потому что, ну, понятно, что если бы другая была бы позиция, то ни Хамаса бы не было, и у Ирана были большие проблемы. Ну, к сожалению, вот сейчас такая власть в Америке, она очень слабая. А ваша думка залишається, що ця влада може змінитися? Ну, тому що, мені здається, місяці 3 тому у Байдена ви казали там або не те, що поганий рейтинг, він падає. Просто із такою тенденцією до восени можна дійти з поганими результатами. Хоча тут з кого не обирай, звісно, тут такий собі вибір, але ну, да. Менше з тим. Ну, слушайте, сложно сказать, потому что там колеблется ситуация то в одну, то в другую сторону. Там 50-50 между Трампом и Байденом. Будет какая-то гирька на этих весах последняя, которая перевесит эту чашу определенно. Либо в одну, либо в другую сторону. Причем это, ну, как бы в истории Америки это будет важнейший поворот. Ну, хотя бы уже потому, что Трамп, если вернется в Белый дом, то, конечно, он вернется не просто с намерением изменить его доктринальную политику, это у него вряд ли удастся. Но уж отомстить, уж вот создать для себя условия, при которых уже его не будут преследовать, он, наверное, сможет за 4 года. Я не знаю, но думаю так. В любом случае, нужно делать скидку на то, что в Америке идет выборы и вообще все вопросы связаны и с войной в Украине, и поддержкой Израиля, и вообще глобальной безопасности, и вопросами международными в широком смысле, они все сейчас на втором плане. Сначала нужно выиграть выбор, и этому все подчинено. Ви, проживаючи в Європі, подорожуючи, виступаючи, відчуваєте там страх Європи? Ну, наприклад, вони не хочуть Трампа, або взагалі цими... Ну, ви ж кажете, що свою зовнішню політику не те, що пов'язують, але так, з оглядкою все одно, хто буде в Штатах. Ну, Европа настроена, прежде всего, истеблишмент очень с опасением в отношении исхода выборов ноябрьских в Соединенных Штатах, потому что Трампа опасаются, Трамп эксцентричен, Трамп говорит одно, делает другое, думает третье, то есть он непредсказуем. Европейцы, они так устроены, что они любят большую предсказуемость. Американцы способны на риски, американцы способны к пионерскому поведению такому, да, креативному поведению, ну, рисковой, да, и политике, в общем, отчасти. Хотя это тоже меняется все время. Но в Европе, да, в Европе видят в Трампе нешуточную угрозу безопасности, и поэтому предпринимают превентивные действия, дабы сдемпфировать последствия прихода Трампа к власти. Но еще раз хочу сказать, что диапазон возможностей, он невелик. Там вот войск на Украину контингентов французского или там, британского, это и есть шаг в сторону сдвига ситуацию в нужную сторону. Да? Но произойдет это или нет, мы наблюдаем, пока этого нету.